меня есть как раз три очень интересных гостей, которые эксперты в своем деле. Если мы объединяем, у нас больше, чем 40 лет опыт здесь в HR, и вы можете им именно задать вопросы. Анна, скажите, пожалуйста, почему для вас показалось интересно принять участие в нашем исследований. Мы на самом деле всегда стараемся использовать такую возможность, потому что есть такое понятие, как self-awareness. И оно есть не только у нас, да, но и у нас, как у компании. И очень интересно послушать и почитать, что про работодателей думают сами кандидаты, что они от нас ожидают. И часто интересно рассказать, да, что же на самом деле есть и что же на самом деле мы предлагаем или с какими проблемами мы сталкиваемся. Наши кадры стоят гораздо больше, чем за границей. И, скажем так, вот те 62% населения, которые хочет релокировать и в голове имеют в виду экспатриацию и выезд за границу, глубоко ошибаются, что они смогут там найти зарплату, такую, которую они получают в России. Когда у нас возникают конкретные случаи, конкретные запросы, да, людям, например, релокироваться в Германию, мы же не говорим там про Индию, да, и не говорим про Китай, а, скажем так, в цивилизованную страну, в Германию, скажем так, через 3 месяца практически там, те же 80% сотрудников, которым это предлагается, говорят, ой, знаете, Германия, вот нет, вот в Италию, да, вот там тепло, да, ой, или не сейчас, нет, у меня вот сейчас ребенок должен закончить 2 класс. Если кандидат приходит, у него в глазах доллары, и он об этом говорит по собеседованию, то это точно не наш формат, это заканчивается на первом собеседовании. Для наших людей важно иметь возможность развития внутри компании, видеть возможности карьерного роста, и это ответ даже скучная работа, если при ней будут проставлены четкие career development планы, да, если career pass будут представлены сотруднику, сотрудник будет еще больше, так сказать, заинтересован даже рутинную работу выполнять на регулярной основе. Может быть, я, конечно, выгляжу динозавром, да, который, так сказать, случайно выжил. Вот. Но, вы знаете, когда начинаешь сравнивать старое, так сказать, советское время и сегодняшнее время, я не вижу принципиальных разниц. Чем отличается Best Employee of the Year от победителя социалистического соревнования? Мы не берем людей, которые чего-то ждут от компании, чего-то хотят. И постоянно что-то должна им компания или государство им должно. Это люди ничего не создающие, это люди паразиты. У нас ни один человек не работает без бонусной системы на фиксе. Фикс там, наверное, хорошо, но мне кажется, это развращает. Если это сотрудник, у которого быстрые результаты, о чем мы как раз говорили, то и выплачивать ему бонус нужно тоже быстро, иначе он уже забудет, почему он и за что этот бонус получил. Отложенный бонус, на мой взгляд, он демотивирует человека. То есть в голове у человека, что через 3 года он получит, там, не знаю, 100 тысяч долларов или сколько-то, это значит, компания ему должна. Уже должна, он уже потратил эти деньги. 70 с лишним процентов – это при пришедшей по рекомендации. И таким образом мы, кстати, поправляем баланс семья-работа. То есть в целом, когда семья сидит до 9, в общем, торопиться некуда. Если вот такая вот семейственность переходит на работу, ну, я понимаю, что, так сказать, конфликты в доме, они тоже могут переехать на работу. Я лично не брала своих родственников на работу из-за того, что я занимаю такую должность, да, talent acquisition, и нехорошо мне трудоустраивать свою семью. Это как секс на стороне, люди в семьи возвращаются, в семьи даже крепче потом. Посмотрел, сравнил и вернулся. Я знаю коллективы, в которых корпоративная культура – это практически основной мотиватор, почему люди остаются. Такая психологическая стабильность. Да, все остальное становится вторичным и менее значимым. Как бы, ну, нужно ли с этим бороться? Зло ли корпоративная культура? И почему сотрудники международных компаний не приживаются в проекте Интер? Почему не приживаются люди из multinational? Именно потому, что они приходят и все, им уже все компания должна. Им должна компания там корпоративную связь, там корпоративный автомобиль, работа с 9 до 6, отпуск там 28 дней и там все поездки, страховки. Все это, и они уже требуют, они приходят и просто требуют. И очень трудно перестроиться на то, чтобы не требовать, а жить в компании и создавать. И вот вовлеченность и предпринимательский дух, он погублен, на мой взгляд, в мультинациональных компаниях совсем.